Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, мои хорошие. Вы, наверное, заметили, что мы нередко рассказываем вам о святых новомучениках 20 века. И большинство из них – священнослужители. Почему так? Да потому что в страшное, безбожное время быть священником даже маленькой сельской церкви – это значило обречь себя на страдания. Что же говорить о иерархах, высших церковных чинах? Сколько епископов было расстреляно и замучено. Сегодня мы вспомним об одном из них – епископе Липецком, Уаре. Этот епископ родом из самых бедных крестьян. Так почему же он не с нами, а против нас? Недоумевали большевистские следователи, когда снова и снова подвергали его арестам. Да, тут они не ошибались. Петр Алексеевич Шмарин, будущий священномученик Уар, действительно родился в бедной крестьянской семье. 12 братьев и сестер было у него. С хлеба на квас перебивались, еле-еле концы с концами сводили. Однако Петр заметно выделялся среди сверстников. Пришел он однажды совсем еще маленьким в сельскую церковь и задал батюшке такие серьезные вопросы, что тот просто подивился. «В школу надо Петра отдавать», – посоветовал он. Но мать возразила, в чем он туда пойдет, ему и надеть нечего. Тогда приходской священник взял на себя все расходы по образованию талантливого мальчика. «Петруша, если ты мне дашь слово, что будешь священником, я займусь твоим образованием, я помогу тебе окончить гимназию и семинарию». Юный Петр Шмарин дал слово. Окончив семинарию, он стал работать учителем, но помнил и о своем обещании. Чтобы принять священство, нужно было сперва жениться. Пригляделась ему девушка из старинного казачьего рода Стрельниковых по имени Клавдия. Ее мать поначалу и слышать не хотела о том, чтобы выдавать дочь за выходца из бедной семьи. Не к чести, мол, нам такой зять. Впрочем, все как-то уладилось. Видно, умный, образованный Петр сумел понравиться родным девушке. Молодые поженились, и вскоре их дом наполнился звонкими ребячьими голосами. Шестеро детей родилось в семье отца Петра. Служил он на приходах и в России, и в Финляндии, и всюду ходила о нем молва, как о добром пастыре. Длинный стол стоял у него в гостиной. Каждый день захаживали к нему гости. И всех отец Петр и его супруга Клавдия Георгиевна могли и накормить, и приветить. Но пришел грозный 1917 год. Власть захватили большевики. Тогда-то и довелось всем вдоволь хлебнуть горе. Голод, холод, тиф – эти страшные слова передавались тогда постоянно из уст в уста. От тифа умерла супруга отца Петра. Остался он вдовцом с 6 детьми-сиротами. Но не отчаялся. Служил в храме в селе Тютчево Липецкой области. А чтобы прокормить детей, пришлось ему вспомнить и тяжелый крестьянский труд. Тем временем безбожная власть вершила свое черное дело. Не раз отцу Петру пришлось изведать, что такое советская тюрьма. Его несколько раз арестовывали, но вскоре отпускали. Только прежде пытались переманить на свою сторону. «У вас большая семья, вам будет очень трудно в новых условиях», – говорили ему чекисты. «Вы человек высокообразованный, нам такие люди нужны. Мы дадим вам хорошую работу, квартиру, и у вас не будет никаких забот. Единственная помеха – это ваш сан. Снимите его, и вы все получите».
того, чего вы от меня добиваетесь, никогда не добьетесь, отвечал им отец Петр. Уж я такой человек, во что верую, тому никогда не изменю. В 1926 году отец Петр принял монашество с именем Уар и был рукоположен во епископа Липецкого. Его небесный покровитель, мученик и воин Уар, пострадал за Христа в IV веке, в эпоху языческих гонений. Вот и епископу Уару теперь предстояло быть воином, воином духовного, невидимого фронта. Владыка понимал, что безбожники долго его терпеть не будут, ждал ареста. И когда это случилось, то твердо и бесстрашно пошел на свою Голгофу. 8 лет тюрьмы, гласил первый приговор, но не было сомнений, за первым последует второй, третий и так далее, и что он уже не выйдет на свободу. Владыку бросили в барак к самым отъявленным уголовникам. С молчаливого одобрения лагерного начальства они убили совершенно изможденного физически, но несгибаемого духом епископа. Во время последнего своего ареста, прощаясь с детьми, владыка сказал: «Не плачьте обо мне и не переживайте. Живите, как жили, живите честно, за меня не мстите. Главное – прожить жизнь достойно». Вслушаемся в эти слова, ведь в какой-то мере обращены они и ко всем нам. Постараемся и вправду так жить. И, конечно, помнить о непоколебимом страдальце за веру Христову, епископе Уаре Липецком. Да хранит вас Господь, мои хорошие.